что, продолжаем учить женский язык? Lesson 4. Дорогой, я купила крем, консилер, тоник, тональник и мицеллярку. Дорогой, я купила крем и еще прозрачный крем. Ди, может, в кафе сходим? Ты меня 100 лет не водил. Дома жрать нечего, а готовить я не собираюсь. Я себе тут косметики купила, ну так, по мелочи. Ватные диски да ватные палочки. Помада, тушь. Помада. Ну посмотри, какая помада. Я с ней буду самая красивая. Ну не осталось тебе денег на зимнюю куртку. Походишь прошлогодний. Какую футболку мне купить? Коралловую, малиновую или цвета фуксии? Какую футболку мне купить? Розовую или розовую? Я буду только салатик. Я съем салат, а потом все, что принесу тебе. Откуда ты знаешь? Переводчик женского языка. Увидимся. Половая тряпка местами поменялась. Отвали, я как плохо дышу. Охренеть! На ком я женился? То огурцы на глаза, то картошкой дышит. Не, конечно, знал, что у тебя с кулинарией все хреново, но не настолько же. Диман, я гриппую, а когда люди болеют, они дышат над вареной картошкой. И если ты еще хоть слово скажешь, я буду дышать над вареными яйцами. Ладно, не психуй. А долго еще? Еще 10 минут. Не, долго. Feels like no one's listening. So... Дим, ты чё, охренел, а? Ну, наконец-то! Чё, пересолил немного? Ну, я ж не виноват, что я так вспотела. Блять, предупреждать надо! На, попробуй, может, это не солёное? Сучка! Раз, два, вору! Раз, два, врет, блин! Это что здесь происходит? Короче, вот эта вот лошара от какого-то лоха на улице отхватил. Вот учу его быть мужчиной. Врет! Слышь, придурок. Вот я ему точно так же сказал. Что, кроме этой швабры больше ничего не нашел? А вот после этой фразы он меня втащил. Подожди, ты что, про его тёлку это сказал? Ну ты, конечно, без башки, а! Это ты еще без башки останешься. Швабру на место положу. Жалко, она не пацан. Сейчас бы я пару приемчиков на ней показал бы тебе. Швабру, дай, говорю. Если тебя пытаются обезоружить, уклон влево, уклон вправо, выпад! Уклон влево, уклон вправо. Поедьте пизда. И объект обезоружен. Понял! Чай будешь? Пошли. Женщина моя, что происходит? Я решила ужин приготовить. А тебе 29 лет не хватило понять, что ты не умеешь это делать? Дима, а тебе 2 ножевых не хватило, чтобы понять, что не нужно меня бесить, когда у меня в руках нож. Окей, что это будет? Салат. Капусты побольше положи, чтоб птички больше были. Я лучше сельдерей добавлю, чтоб стоял. Ну, стоит. Это все сельдерей. А здесь у нас что? Крем-суп. Из Неве или из чистой линии? Димар, еще одно слово, и я буду стоять не у этой плиты. Ой, боюсь. Спасибо, Боже, что даровал нам эту пищу. Но проследи, чтобы она не отняла у нас жизни. То есть 2 ножевых тебе не хватило? Ну что,
девчонки, я продолжаю переводить фразы с мужского языка. Lesson 4. Погнали! Алла, мне кажется, я подыхаю. Позаботься, пожалуйста, о нашем сыне. У меня температура 36,9. А, любимая, сегодня же 24 сентября. Ал, давай перепихнемся, у тебя же эти дни завтра, да? Ал, как думаешь, Артемию нужен братик? Сколько там за второго ребенка дают? Чё? Да просто море холодное. Да не маленький у меня писюн. Алла, я в говно. Классная актриса, реально, хорошо играет. О, классно бы ей дочь. Всевидящее око. Ты откуда знаешь? Мне сказали, что у меня легкое сотрясение. Мне пох. Итак, это была рубрика «Переводчик с мужского языка». Увидимся на следующем уроке. Чао! Помогите. Ал, ты что, себя сама из дома выгоняешь? Очень смешно, лучше помоги мне. Боженька поможет. Да мне богохульство, это не смешно. Да? А что случилось? А ты не чувствуешь в квартире нечистую силу? Чувствую. Прямо здесь вот. Она приходит с работы, разбрасывает шмотки и ложится со мной в одну кровать. Дим, да я серьезно! Вчера я увидела белое очертание, потом упал тазик, а ты что, меня кто-то душил? Да, детка, скажи, тебе же понравилось? Дим, ну хватит! Ну ты придумываешь всякой ерунды, параноик. Дима, все в порядке, ты испугался? Ты тоже видел белое очертание? Дима, Дима! Дим, ты что, придурок, а? А на кухне не вариант? Обязательно в углу надо было жрать. Свято место пусто не бывает. Я же говорила. Ведьма.